Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Toyota Prius. Ремонт переда машины. Итак, ремонт легкий. Мне надо поменять капот, телевизор, бампер, левую фару. Переднее крыло лежит в машине. Разбираю переднюю часть машины. Итак, передок разобран. И первым делом выравниваю крепление от телевизора. Крашу новые запчасти. И теперь покрашенные детали устанавливаю на машину.
Ну что, все детали переда установлены. Зазоры в порядке. Отдаю машину на покраску. Итак, машина покрашена и вернулась ко мне на сборку. Собираю ее. Ремонт Toyota Prius закончен. Этот ремонт занял 7 дней. 3 дня работа с металлом и 4 дня покраска. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!